Привет всем. На даче опять и в бане. Вон баню, кстати, не снимал. Вот. Баньку, моя банька. Сам клал. Сами клали, сам клал. Так, ну тут темно, сейчас не видно. Тут темень. Свет не хочу идти в дом включать старый. Так, тут душевая. Кабинка, блин, темно, правда. Душевая кабинка. Вот. Там бак сверху. Все греет, парит, жарит. Так это пока на зиму тут свитер всем. Зимой в этом году, кстати, ни разу не попарился. Так, ну вот. Вот купили бочки, короче, купил я. Будем делать мини-очистные, не знаю, как и получится, нет. Вот переходики, выходы, вот это на вентиляцию пойдет у меня. Двухметровую взял. Наверное, сейчас придется с этим покупать еще, с грибком. Вот это будет тут вход, там переход. Там снизу дырок насверлю и в щебенку все как надо, короче. Не знаю, будет тут или работать это все дело, нет. И кто копать будет, я сдохну копать на метр землю. Даже больше там получается, если с подсыпкой. 1,30 м где-то. Ну вот, потом сварю, покажу еще, как все получилось в процессе. Ну все.